доктор Юлия. Доброе утро, Татьяна. Рада познакомиться. Расскажите, откуда вы? Все мое обучение прошло в России, в Москве, в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Там у меня была ординатура, после этого я закончила аспирантуру, получила диплом кандидата медицинских наук и после этого переехала в Дубай и начала свою карьеру здесь. А насколько сложно получить врачебную лицензию в Дубае? На самом деле Дубай — это одна из тех стран, где доктору достаточно комфортно, поскольку основной путь занимает перевод документов, их легализация, и после врач дает свою специализацию в виде теста просто на английском языке. Да, действительно, тест достаточно специфичный, поскольку, как правило, в странах постсоветского пространства акушерство и гинекология разделены между собой как две специальности. Кто-то занимается чисто акушерством, кто-то чисто гинекологической специальностью. Здесь же экзамен включает обе эти части, и, соответственно, врачу приходится вспоминать свои былые навыки, былые знания из области акушерства и гинекологии. В продолжении своей истории о том, как я сюда перевелась, на самом деле был очень интересный факт. Я ровно в том же направлении, как идет этот мост, ехала из аэропорта в место, где мы снимали квартиру. Она находится буквально 5 минут от госпиталя. И я, первое, что я увидела в Дубае, это был Saudi German Hospital. Причем именно Women and Children Hospital, который к тому моменту, оказывается, еще даже не открылся. Я тогда повернулась к мужу, прямо вот, сидя на чемоданах, сказала: вот в этом госпитале я буду работать. Вот это судьба. У меня тоже, кстати, Дубай, вот именно так и переезд произошел. Тоже я почувствовала. Без какой-либо подготовки, без знания системы местной, где есть государственные госпитали, где есть частные госпитали, как они работают, как работает система здравоохранения в целом, я не знала к тому моменту ничего, но знала точно, что именно вот с этого госпиталя должен начаться путь здесь. Экзамен, тест прошел тоже очень легко, да? Экзамен прошел достаточно легко. Сначала был экзамен для ОМАНа, поскольку витает в массах мнение о том, что в Дубае получить лицензию крайне сложно. Поэтому был такой немного репетиционный экзамен для ОМАНа. И после экзамен для Дубая, который, да, прошел достаточно успешно. Мы находимся в предоперационном блоке, где есть операционная для экстренных планов кесарево сечения, для лапароскопических операций с высокотехнологичным оборудованием, для внутриматочных вмешательств и малых операций в виде пластики и гениталий, в виде небольших и мини-инвазивных операций внутриполостных. Доктор Юлия, такое современное оборудование, так красиво. Да, и благодаря этому современному оборудованию, а также нашим докторам и большим специалистам, мы можем делать здесь, на территории центра, любые виды гинекологических операций. Мини-инвазивные, высокотехнологичные — это миома матки, лечение распространенных форм наружно-генитального эндометриоза, глубокий инфильтративный эндометриоз. Это сейчас такая пандемия среди женщин репродуктивного возраста. Различные кисты яичников, операции, которые позволяют сохранить фертильность женщины любого возраста и иметь возможность после этого иметь желанную беременность.